Кажется, я забыл добавить небольшую часть к реклеймеру. На скриншотах видел, что, ребята, в лифте есть еще куча опций. Был несколько кнопок на лифте. Да, я явно не туда забрался, то есть у них есть еще один лифт, но как к нему попасть, я... Из Habitation Deck'а можно попасть. То есть там должен быть еще один лифт, я пропустил.
Да, то я сейчас сделаю. А, я мог спуститься на лифте. Это, в принципе, как-то должно открываться. Но оно не работает. А, вот я вижу кнопочку. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Все можно не только вызвать, но можно еще его отправить отсюда. На этом лифте побежать до конца тунеля, и оттуда будет еще второй лифт для спуска выше. Salvage Balcony, Salvage Processing. Мы сейчас находимся в Habitation Deck. В балконе я был, в Salvage Processing. Salvage Processing, но это самый его хвост. Сюда он будет поступать и попадать. Как? Смотрим. Это мы Habitation, Salvage Processing, Carbon Hall. Лифт нас где-то отделяет хвост от остального корабля.
ногу забаговался, мой парень. Перезапустим StarCitizen. На самом верх едем, нам остается только спускаться, но только выше какой-то отсек уже на подъем, он работает, уже по ней работает, либо только с поверхности. Ничего нет, и стены просвечивают. Какие-то цифры.
6500 юнитов стандартных. И сливаешь холд. Видимо, рука сразу захватывает, пропускает это все через молотилку, и оно поступает сюда, пройдет молотилку, точнее вот в нижнюю палубу, потом поднимается, кто его знает.